зеркало, не знаю, видно вам, не видно, вот там за BMW едет это, видите, Гранта, парковки, короче, хлопает сейчас водителей, они вон, они стоят, вот сейчас не повезет ребятам, вот этому не повезет, вот этому не повезет, вот этому 0,5, а, не, он закрыл бумажкой, а второй не закрыл, блин, трындец, по трешечке всем выпишут. У меня просто есть приложение Роштраф, у меня там 8 тачек, ну, СТС-ки загружены, на которых я ранее ездил, других там ребят, я смотрю по ним, и приходят очень много, именно вот с этих спукаша, вот с этой ерунды. Поэтому вот я заехал, 50 рублей заплатил, вот за эту, как ее зовут-то, блин, парковку, и нормально, лучше здесь постоять.